Пожарные Лужского района на прошлой неделе выезжали на возгорание 6 раз. Горели жилые дома, заброшенные строения, автомобиль и мусор. Утром 24 февраля загорелся жилой дом в деревне Пожарище. Спасти его не удалось. Ближе к вечеру 25 февраля горел дом в Оредиже на Пантелеевской улице. Дом сгорел дотла. Сразу несколько пожаров произошло 27 февраля. В 2 часа 18 минут ночи поступило сообщение о возгорании в грузовике на улице Гагарина. Кабина машины повреждена огнем. Меньше чем через час загорелось заброшенное здание на совхозной улице в поселке Серебрянского. Строение частично повреждено огнем. Днем того же дня загорелась еще одна заброшка на Полевой улице в деревне Старая Середка. Строение повреждено огнем. 29 февраля пожарные тушили мусор на улице Тоси Петровой в Луге. Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.